Доброе утро, дорогие друзья. Есть традиция в программе «Добрый ранец Беларусь» делать по утрям зарядку. Ну, то есть, как бы мы предлагаем вам сделать зарядку, а вы, я надеюсь, не отказываетесь. Ну, а мы не делаем зарядку, как вы понимаете. И сегодня нам поможет с зарядкой Дмитрий Савин, наш фитнес-инструктор. Димочка, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Давно мы не видели тебя в нашей студии, очень рады. Скажи, пожалуйста, что ты сегодня приготовил для наших зрителей? И для нас. Сейчас я вам все расскажу. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня мы немножко потянемся, разомнемся, а в частности я покажу несколько упражнений на ноги и поскручиваем позвоночник, сделаем это аккуратно, красиво. Скажем так, после этой разминки вы сможете сделать уже более силовые упражнения, которых, я думаю, за время передачи вы уже выучили большое количество. Поэтому приступим. Начнем мы с обычных стандартных наклонов. Что мы делаем? У нас три позиции. Вначале ноги узко и медленно наклоняемся к ногам, к носкам. С узкой постановкой ног. Тянется у нас все сзади поверхность бедра. Дальше ставим ноги на ширине плеч и точно так же опускаемся вниз. Аккуратно, не рвемся. Утро как-никак. И третья позиция шире плеч. Не нужно расставлять, не надо садиться в шпагат сразу. Это все-таки утро, поберегите себя еще для дня. Уже здесь начинаем с одной ноги. В центр и к другой ноге. Я делаю довольно-таки быстро, вы делаете чуть помедленнее, спокойно и никуда не торопитесь. Я надеюсь, у вас позволяет время перед работой. Я все-таки думаю, что когда-нибудь я возьму с собой спортивную форму, сделаю с тобой утром зарядку. Ты пообещал только что это, Глеб, я запомнила. Я буду рад. Друзья, Глеб пообещал. Далее ложимся на коврик, либо на ковер дома, главное не на кровать, а то можно уснуть. Да, одну ногу выпрямляем, а вторую коленку подтягиваем к себе и надавливаем на коленку. Голова одну. Тоже тянется к колену, да? Да. И вторую ногу. Этого будет достаточно утром, либо как-то можно усилить, если кто-то уже привык заниматься спортом? Усиливать можно и нужно. Сейчас я доделаю и дорасскажу. Ага. Дальше мы перекрещиваем ноги, ставим, поворачиваемся в противоположную сторону, давим рукой на колено и смотрим в сторону руки. Тем самым мы тянем боковую поверхность бедра и скручиваем наш позвоночник. Одну и то же самое вторую. Только в другую сторону. Получается, что Дима на вас не смотрит, но он о вас думает. Да. Я прошу прощения, мне пришлось отвернуться. Спасибо, Дима, большое. Спасибо. Хорошее упражнение, друзья. Разминайтесь, делайте зарядку и будьте красивыми.